Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Самара ГИС», с вами Юлия Чернеева, и это универсальный формат. Звоните нам, мы работаем в прямом эфире, 202-11-22. Ну, а для чего звонить нам в студию? Ну, во-первых, для того, чтобы задавать вопрос нашим гостям, ну, и во-вторых, что-нибудь приятное накануне выходных выиграть для себя и для своей семьи. Мы говорим сегодня о замечательном концерте Государственного академического театра танца «Казаки России». Приглашаем вас принять участие в розыгрыше этих билетов, ну и сертификат в салон красоты Татьяны Храмовой. Отличный подарок для вашей любимой женщины. Ну или, может быть, девушки, вы сами для себя решите что-нибудь выиграть, дерзайте. Будем совсем скоро этим заниматься. Но пока хочется вас пригласить на удивительные мероприятия, которые вот-вот уже стартуют в нашем городе, буквально на следующей неделе. Что-то интересное, как всегда, Самара живет, литературно как-то развивается, и я думаю, вам будет интересно сегодня познакомиться с яркими не только выставками, но и мероприятиями. Вот в первой части нашего эфира мы будем говорить про вторую литературную биеннале. Кто нам об этом расскажет, давайте узнаем. С нами здесь заместитель директора по научной работе Самарского литературного музея Олеся Трощенко. Здравствуйте. Младший научный сотрудник музея Евгения Кусто. Здравствуйте. Здравствуйте. Вторая литературная биеннале посвящена многим интересным людям. Ну, я не буду всех карт открывать, вам слово дам. Вторая, значит, была и первая. Олесь, была. Ну вот, да, что было год назад, когда она была? Позапрошлым году, биеннале раз в два года проводится. А мы делали тоже интересные мероприятия, связанные с литературой. К нам приезжала, во-первых, Татьяна Толстая, наша известная писательница и внучка Алексея Николаевича Толстого, которому, собственно, посвящен наш музей во многом, да, и основная его экспозиция. А также тема была «В дом приезжают гости». То есть мы принимали гостей. А дом почему? Потому что мы музей-усадьба, да? И вот это ощущение тепла. Мы были гостеприимные хозяева. Да, вот этого гостеприимства хотелось подарить людям. И к нам также приехали директоры литературных музеев нашей страны. Из музея Булгакова были, из музея Волошина в Коктебеле. И, конечно, из музея Толстого. И таким образом, мероприятие было и в какой-то степени профессиональным, да. Встретились. Да. А с другой стороны, рассказали вообще людям, что такое литературный музей, какой он, каким он бывает. Ну и, конечно, да, замечательная встреча с Татьяной Толстой. Вторая часть была посвящена тоже драматургу Ливанову, нашему известному тольяттинскому драматургу. Называлась вторая часть нашего фестиваля «Ливановка». Собственно, в этом году формат примерно такой же. Мы привозим, во-первых, в Самару знаменитую писательницу Людмилу Петрушевскую, да, живого классика отечественной литературы, потрясающе интересную женщину. И вторая часть тоже будет посвящена Ливанову, снова Ливановка. Вот. Решили от традиции не отходить, конечно. Хорошо все прошло, решили повторить. То есть понятно. Мы говорим и о прозе, которая связана с Самарой, и о драматургии. Когда будет проходить ваш биеннале? Мероприятие у нас из нескольких частей состоит. Во-первых, Людмила Петрушевская приезжает вот у нас 2 числа, и 3 числа дает большой концерт «Здравствуй, моя родная Самара». Почему родная? Потому что Людмила Петрушевская провела здесь годы своего детства в эвакуации в Куйбышеве. Сколько лет она была у нас в Самаре? Получается, около 8 лет. Ну, то есть, в принципе, да, приехала в 42-м. В осознанном возрасте, да, таком уже достаточно? Ну, ей было там... Она была нашего школьного возраста, так скажем. Да. В любом случае, что-то запомнила. Еще бы. Более того, она написала на основе вот этих своих воспоминаний повесть «Маленькая девочка из Метрополи». И, в общем... Он посвящен Самаре. Да, там было в подробностях описано ее детство в Куйбышеве. Причем... с такими деталями, что когда мы делали выставку о детстве в Куйбышеве, эвакуации, в общем, которую проводили дети вот в этом году, мы просто опирались на это почти как на документальный источник, на ее воспоминания. Здорово. Евгений, ну расскажите, кого ждем, как вообще это все будет проходить? Да, это будет достаточно обширное мероприятие и по количеству гостей, и по времени. В первом блоке, как Олеся уже сказала, у нас будет Людмила Стефановна Петрушевская. После чего в течение недели мы будем показывать фильмы классиков, связанные с нашим городом, потому что эта биеннале посвящена теме «Из Самары с любовью». Очень многие авторы, писатели, поэты, публицисты какое-то время проводили в Самаре, работали в Самаре. Что-то с них, у них связано с нашим городом.
И она оказала значительное, наш город оказал значительное влияние на их творчество. Соответственно, там, в первую неделю, в будние дни мы будем, как классически у нас это бывает, по средам производить кинопоказы. И первый будет посвящен Максиму Горькому, если я не ошибаюсь, и будет фильм «Акира Куросава на дне». А на следующей неделе, после, собственно, Ливановки, на которую приедет огромное количество пишущих авторов, сценаристов, драматургов из разных городов, из Тольятти, из Санкт-Петербурга, из Москвы. То есть это перечислять, наверное, достаточно долго их придется. И после них будет картина «Гиперболоид инженера Гарина», которую написал Алексей Толстой. Естественно, это тоже классика. И будет достаточно обширная выставка работ Людмилы Стефановны Петрушевской. Кто не знает, да. Да, она, кроме того, что писатель, еще и прекрасно рисует, пишет картины. И они будут представлены тоже в рамках биеннале. Угу. Ну, по-моему, она еще кукол делает, если не ошибаюсь. Она очень творческий человек, и там у нее огромное количество увлечений, занятий, и как профессиональных, так и полупрофессиональных. Ну, раз мы заговорили про Людмилу Петрушевскую, если вы еще не знаете, но мне кажется, таких людей нет, то хотя бы не слышал этого имени или чего-то такого, не читал, не зачитывал, не запоминал, не рассказывал своим друзьям, я предлагаю сейчас практически познакомиться здесь в прямом эфире с Людмилой Петрушевской. Но прежде хочу вам, друзья, задать литературный вопрос. Мы разыгрываем билеты на концерт Государственного академического театра танца «Казаки России». Мы говорим про литературу вот в этом моменте в нашем вопросе. Говорим про Антона Павловича Чехова. Он врач по образованию. Так вот, Антон Павлович называл литературу своей любовницей. А как же он называл медицину? Если у вас есть какие-то варианты, звоните 202-11-22. Только чур, никуда не подглядывайте, думайте сами. Что ж, давайте посмотрим на Людмилу Петрушевскую и вернемся в студию. Поехали. Это скрипка. Bist du schein, bei mir hast du heim. Bei mir bist du schönste auf der Welt. Bei mir bist du schein, bei mir hast du heim. Bei mir bist du schönste auf der Welt. Viel schöner mein Gole, komm geh wohl zusammen mit mir. Und von der Erde aus geklüht, guck mir nur. Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил патруль ГИБДД. Сказал старушке мент, здесь перехода нет. Спасибо, говорит она, а где? Па-па-ра-па, ну теперь где? Сказал патруль ГИБДД. Перед старушкой встав, платите штраф. Товарищи бойцы, родимые отцы, старушка говорит, я заплачу. Чу-дю-дю-чу-чу-чу. Куда мне к вам прийти, чтоб деньги принести? Я пенсию шестого получу. Дебе-дебе, патруль видал таких, ба-ба-ба-бу. Они хитрее мужчины, хрисви, ищи, свищи, потом. Тебе деньги стоит, приняв упертый вид, старушку не желая отпускать. Ба-ба-ра-ба-ба-ба, бабуль, пора понять, что некуда линять. О, придется бабка денежки Бе-де-де, наряд, он может сам не рад. Начальству должен сдать он 1005, и не рублей. Старушка не спеша достала ППШ.
душа. Сейчас я вам напомню вашу мать. Аппарат, я ветеран войны, и мы понять должны, о, я снайпер, мне придется вас убрать. С тех пор не гибель, не парни Сэма Веде, и никакой патруль не трогает бабуль. Старушка не спеша дорожку перешла, и бабушку никто не задержал. Ба-ба-ра-пам-пам-пам. Какой с бабули толк? Их тут хороший полк, не каждая, наверное, с Пепой щел. Ба-ба-ра-пам-пам-пам. Ну вот Людмила Петрушевская, как она есть. Мы тут уже за эфиром обсудили, и девушки из Литературного музея говорят о том, что кто не знал и не был знаком с творчеством Петрушевской, вообще, может быть, недолюбливал или просто равнодушно относился к литературе, говорят, что после встречи с ней меняется сознание. Конечно, не останется. Я думаю, не только филологи, литературоведы и люди, сопричастные к литературе, останутся довольны, но и рядовые люди, которые просто случайно, может быть, даже зайдут, останутся в полнейшем восторге и после этого станут ее поклонниками. Куда заходить? Куда заходить? Ну, большой концерт у нас будет в Доме актера на площадке этой, в концертном зале. И там Людмила Стефановна и споет. И станцует, как все уже почитает. Убедились. Обязательно прочитает какие-то свои произведения, фрагменты, ответит на вопросы. Будет такой творческий хороший вечер, я надеюсь. Это когда? Да, это будет 3 числа октября. А 4-го, воскресенье, на площадке музея Модерна, это, в общем, дружественный нам музей, находимся мы по соседству, в общем, ошибиться будет сложно. Там будет очень интересная программа для детей. Дело в том, что Людмила Петрушевская, автор уже прославившегося «Поросенка Петра», который популярен не только у детей, но и у взрослых. «Поросенок Петр», да. И, в общем, «Поросенок Петр» приглашает в воскресенье своих маленьких почитателей, их родителей, на такую детскую программу от Людмилы Петрушевской, где она тоже будет весело, будет. Она это будет вести, она будет читать сказки, они вместе с детьми будут сказки сочинять, рисовать, а за лучший рисунок она еще подарит какой-то ценный, вкусный подарок. А вдруг родится еще какой-нибудь герой? У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгения. Очень приятно, Евгения. Ну, расскажите, вы у нас литературно подкованный человек? Ну, относительно. Ну, Людмилу Петрушевскую-то знаете? Честно говоря, нет. Очень жаль, вам нужно, обязательно нужно познакомиться. А Антона Павловича нашего Чехова знаете? Чуть-чуть лучше, чем Петрушевскую. Эх, ну давайте тогда сейчас либо знаниями своими нас удивите, либо какими-то догадками. Так кого же, если как бы не так вот далеко ходить, Чехов называл своей как бы любовницей литературу, а кого, как он называл медицину, вот так вопрос. Может быть, женой? Какой женой? Любимой, может быть, бывает. Какая-то жена. Бывают жены всякие, поверьте мне. Но действительно, жена непростая, вот если говорить о цитате, то законной своей женой. Ну, а Чехов, на самом деле, врач, еще кто не знает, по образованию безвозмездно выполнял свою работу. Спасибо большое вам за звонок. Отправляйтесь на концерт Государственного академического театра танца «Казаки России». Будете танцевать. Спасибо большое. Ну, о чем мы еще не сказали? Мы сказали о том, что в Доме актера будет встреча с Людмилой Петрушевской 3 числа. 4-го «Поросенок Петр» интерактив. Я не знаю, квесты, игры какие-то, что-то еще. Что еще приготовили? Ну, про кинопоказы уже несколько слов было сказано. Ну, и, конечно же, «Ливановка», о которой нельзя забывать. Встреча с драматургами из Самары, из Тольятти, из Петербурга, из Москвы. Будут читки пьес, будет показ фильма молодого режиссера и обсуждение с автором. Лекции будут читать. Да, лекции прочитают специалисты в области драматургии, современные и новые драмы. Татьяна Журчева, наш замечательный преподаватель Государственного университета.
И, в общем, будут эксперты и поклонники. Я надеюсь, что просто люди, которые раньше даже не интересовались новой драмой, тоже зайдут к нам в музей. Эти мероприятия будут 10-11 числа и уже на базе, непосредственно на площадке литературного музея в нашем уютном зале. Будет ли какое-то фееричное закрытие, какая-то, может быть, такая программа? Фееричным будет весь процесс. Отлично, я это, в принципе, наверное, и хотела услышать. Да, тут вопрос не в том, насколько фееричным будет закрытие, потому что оно будет соответствовать всему, что будет происходить. И мы полагаем, что после этих мероприятий мы сможем и дальше продолжать историю о том, сколько писателей, драматургов, сценаристов и ижих с ними породил наш город. Будем дальше рассказывать. Порождать, скажем так, новые таланты. Угу. Ну, а что касаемо, допустим, вот, я не знаю, тех людей, кто будет приходить к вам просто в течение, допустим, ближайших дней. Я знаю, что у вас проходят не только вот кинопоказы по средам, но еще какие-то там бумажные дамы или что-то в этом духе. Что за проект? Расскажите, пожалуйста. Ну, у нас летние мероприятия были очень активны на площадке нашей летней, на самой усадьбе. И, в общем-то, мы закрыли как раз усадебный сезон вечером бумажных дам, такой с аллюзией на Серебряный век, потому что такой же вечер прошел после премьеры блоковской пьесы «Балаганчик», поэтому у нас наш самарский поэт Роман Мацаканов читал Блока, и очаровательный саксофонист играл, и делались бумажные платья для посетительниц, поэтому вот так пышно мы закрыли усадебный сезон. Mm-hmm. А вообще у нас действует программа, тоже связанная с бумагой, но уже не про бумажных дам, а про бумажные усадьбы. Да, кстати, тоже хотела спросить, рассказывайте. Эта программа вообще ориентирована на деток, но вчера, например, к нам пришла пара юноши и девушка, романтически настроенные, которые вместе порисовали и поделали бумажных кукол. То есть мы пытаемся возродить вот эту традицию бумажных куколок, которых вырезают, да, и придумывают им наряды. И более того, мы расширили эту тему, так как у нас целая усадьба, то мы можем вырезать и домики, и предметы мебели, интерьеры и прочие. И, разумеется, не просто так вырезать, да, наши сотрудники рассказывают про быт конца 19-го, начала 20 века, вот этот усадебный, и костюмы шьются тоже, вырезаются и разукрашиваются в соответствии с модами того времени. Угу. И получается и образовательный такой компонент, и узнать можно много интересного, и поиграть. Здорово, даже если ты далеко не ребенок, всегда есть интерес. Ну, каково это работать в такой, не знаю, мне кажется, одной из самых симпатичных, таких пронизанных духом времени усадеб для вас, например, Евгений? Для меня это особенно ценно, потому что сотрудник я с недавних пор. Ну, почему, да, решили вдруг приобщиться к прекрасному такому? К прекрасному нет повода не приобщиться никогда. То есть он всегда будет. И здесь особенно то, что литературный музей, он открыт и совершенно прекрасно приспособлен не только для детей, но и для взрослых. Все те программы и образовательные, экскурсионные и выставочные, которые есть в музее, они будут интересны не только детям, но и взрослым. К примеру, недавно открывшаяся выставка «Жили-были царь-царицей», посвященная сказкам и препарированию буквально их топологии, генетики и действия в них – она, конечно, прекрасно подходит для детей, которые изучают это, но она еще более замечательна будет для взрослых, которые устали от быта, которые хотят окунуться в что-то потрясающее, волшебное, и они могут ощутить себя не просто читателями, они могут ощутить себя рассказчиками, сочинителями сказок, и это очень ценное приобретение нашего времени. И каждое такое событие, оно рассчитано не только на ребенка, но, естественно, на взрослого человека. И все разовые мероприятия, которые у нас устраиваются, они точно так же интересны будут и взрослым, и детям. Угу. Ну, друзья, если вы еще до сих пор не знаете, где найти Самарский литературный музей, рассказывайте. Где улица Фрунзе, 155. Приходите. Кстати говоря, а вот на мероприятия, связанные с Людмилой Петрушевской, мы продаем билеты уже сейчас. Вы можете прийти.
и приобрести у нас билет, чтобы потом не оказалось, что вы не успели. Друзья, дерзайте. Спасибо вам большое, что рассказали, что пришли. Ну, выбор за вами, друзья. Я думаю, что будет интересно в любом случае. Ну, а впереди у нас также рассказ о выставках и проектах, которые приготовил для вас музей Модерна, который, я думаю, ну уж точно знаете, где находится и не раз бывали. Так что не переключайтесь, и впереди будем еще разыгрывать сертификат в салон красоты Татьяны Храмовой. Потому что женщины имеют меньше вредных привычек, я так думаю. Меньше склонны к алкоголизму и курению. По-моему, женщины больше в движениях. А движение – это жизнь. А мужчины, они любят поспать, полежать. Что они делают после работы? Телевизор. А женщины что делают? На кухне готовят ужин. Потому что они меньше нервничают. Мужчине больше забот там по добыче денег, по добыче хлеба насущного. Потому что они более терпеливые, выносливые и послушные, а мужчины очень строптивые. Мужчинам живется тяжелее, у них проблем больше, переживают больше, и поэтому вот так вот получается. За что мужчины переживают? За благосостояние женщин. Женщинам спокойнее, мужчинам тяжелее. Занимаются спортом, следят за собой. Может, они уже привыкли к самостоятельности? Может, потому что у них функция продолжения рода, им положено дольше жить. Расчетливее больше. Мужчины, они спонтанные. Полюбил, понравилось раз и полюбил, потом разлюбил. Мужчина изначально воин, естественно, там охотник и больше гибнет. Женщины активнее, больше заботы, больше ответственности за детей, за будущее, за внуков. У них менее стрессовые работы. Все-таки мужчины работают более на начальственных должностях, а женщины спокойный и равномерный труд. А потому что они более жизнелюбивые и жизнеутверждающие. Потому что они больше работают. Потому что мужчина о нас заботится очень хорошо. Ну, мужчины, если вы готовы позаботиться о своих женщинах, милости просим, сейчас будем разыгрывать в прямом эфире наш сертификат салона красоты Татьяны Храмовой в кабинет красоты, где любая девушка, я думаю, ну точно, если вернется из него, не останется равнодушной. Мы сейчас смотрим на экран и пытаемся выяснить, что же за фильм мы загадали. Если знаете, звоните 202-11-22. Михаил, который у нас в гостях, мотает головой, значит, фильм угадал. Нет, я наоборот, то, что достаточно сложно. Ну, давайте знакомиться с нашими гостями. Мы здесь рады приветствовать музей Модерна, заведующий музея Михаил Савченко. Михаил, здравствуйте. И научный сотрудник музея Модерна Татьяна Трепицына. Татьяна, здравствуйте. Тоже не угадали? Нет. Ах, друзья, какой коварный загадали мы вопрос. Дерзайте. Ну, мы уже услышали, что ближайшая неделя будет насыщена всякими событиями. Я знаю, что у вас тоже все так непросто. Тоже готовитесь сразу параллельно несколько проектов вести. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что уже прям вот открылась недавно фотовыставка «Абрамцевский художественный кружок». Михаил, вам слово. Что это такое, кому будет интересно? Да, буквально на прошлой неделе мы открыли эту выставку. Мы вообще открывали музей выставкой «Художники мира искусства», где, собственно, обращались к теме тех русских авторов, да, которые работали в стиле модерн. А потом как-то на 2 года переключились на европейский модерн. Привозили там Латрека, Магрита, делали мероприятия, связанные с... Подзабыли, да? Да, немножко. Да, с западными мастерами. И сейчас вот есть такая идея вернуться как бы к этой теме. И, конечно, если мы говорим о русском модерне, русском стиле, как его называют, это, конечно, Абрамцево. То есть это то место, которое, кстати, интересно, конечно, и предыдущим вот нашим коллегам, потому что до того, как там появился Савва Морозов, там была очень мощная литературная предыстория. Это усадьба Аксаковых. Вот. А потом, в конце 19-го, начале 20 века, ее выкупил Савва Морозов и такой известный российский меценат. И, собственно, сделал там, как бы, наверное, не специально сделал, но так получилось, что там появился Абрамцевский кружок. То есть к нему стали приезжать художники, мастера, такой, да, к которому тянулись. Да, он создавал для них там условия, там работала мастерская. И, собственно, тот вот русский стиль, о котором достаточно много говорят, да, это как бы не чистый модерн, не то, что мы привыкли видеть в западных образцах, а это
как бы такое по-своему обработанное наследие зодчества, по сути, да, то есть это народные какие-то орнаменты, которые были издревле на Руси, но вот с именно вот с вот этим каким-то модерновым как бы осмыслением, и оно пошло именно оттуда, да, это и живопись, мебель, резко по дереву, майолика, да, скульптура, и там творили Серов, Врубель, Репин, собственно, это место, где находится знаменитая столовая, где сидела девочка с персиками и так далее. Это действительно такое культовое место для вот, искусства рубежа 19-20 века. И мы начали сотрудничать с этим музеем именно вот с фотовыставки. То есть мы открыли на прошлой неделе фотовыставку, которая... Это фотографии, снятые в момент того, как там вот действовал Абрамский кружок, и там запечатлены очень... Такие уникальные вещи, как вот начало строительства церкви, которая вот сейчас является, да, памятником, и ее, собственно, оформляли эти мастера. Есть фотографии из мастерских, там, художественного процесса, есть семейные фотографии, есть более поздние, когда уже во время советской власти, понятно, что там как бы, ну, не было того, что было при... Морозове, но там его сын уже в таком старческом возрасте работает экскурсоводом и как бы показывает. То есть место живет? Место живет, да, то есть оно достаточно быстро стало музеем, поэтому, в общем-то, это такое, я думаю, это начало сотрудничества нашего, и на следующий год мы вот обсуждали с коллегами, когда они приезжали, что мы планируем все-таки привезти экспонаты. Именно, да, уже экспонаты и предметы, и мебели, и живописи. Конечно, такая сложная процедура, потому что все вещи очень дорогие, там цены, страховка, конечно. Да, определенная. Но сложно, зато рискованно, да, и еще того стоит. Действительно, да, значимый будет проект. Я надеюсь, что он получится. А пока вот фотовыставка очень интересная, большого формата фотографии. Где интересно можно все рассматривать, да. Да, поэтому вот рекомендую. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Как вас зовут? Светлана. Очень приятно. Светлана, ну-ка давайте честно отвечайте, когда вы последний раз были в каком-нибудь из наших замечательных самарских музеев? Ой, правда, давно. Стыдно? Стыдно. Ну вот, надо исправляться, потому что, поверьте, можно уж найти немножечко времени и сходить. Я думаю, просвещением своим заняться в любом возрасте не помешает. Ну давайте мы сейчас с вами поиграем. Вы узнали этот фильм? Да, узнала. Это фильм с участием Адриана Челентано «Укрощение строптивого». Мой самый любимый. Ай, как вам повезло. Замечательно. И фильм угадали, и сертификат получили от нашего косметолога Татьяны Храмовой. Удачно вам сходить. Спасибо большое. Ну, если вдруг, друзья, у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, не стесняйтесь, звоните 202-11-22. Ну вот хотела спросить о том, вообще вот, я знаю, что у вас много всяких... перетурбаций, каких-то ремонтов, чего-то интересного. Вот каково вот каждый день приходить? Действительно, я уже у девушек спрашивала, в такое невероятное место, где столько всего произошло. Вот с Михаилом мы уже общались, а вот Татьяна, я вас не видела, не знала, познакомились. Вот каково это работать вот в таких стенах? Интересно. Интересно? Да. Каждый раз что-нибудь новое, наверное, открывается. Да, каждый раз что-нибудь новое. Это разные задачи, разная работа, но всегда очень творческая. Всегда интересно. Угу. Михаил, не чувствовали себя каким-нибудь барином, стоящим на каком-нибудь балконе? Ну, на самом деле, всегда хочется так себя почувствовать, но времени не хватает, да, потому что, как бы, у людей есть какое-то ощущение, что когда говоришь, вот я там в музее работаю, говорят, ой, ну, там, скучно, там сидишь, наверное, там, чай сидишь, пьешь, там, да, и так далее. Ругаешься, чтобы но действительно, когда, если ты хочешь, чтобы музей звучал, и чтобы там происходило много всего, а у нас очень небольшой коллектив, это очень... Небольшой, но дружный. Да, вот дружный, но это очень такая жесткая работа в жестком графике, то есть... Но, конечно, приятно, да, то есть и сейчас, особенно летом. Я, кстати, всех приглашаю, у нас две уличные выставки работают во дворе музея. Одна инстаграм-фотография, конкурс был с парагородом. А сегодня мы еще как раз монтируем... Такой, будет такая там змейка, интересное само по себе архитектурное сооружение. И там как бы карта самарского модерна, там про известные всякие дома, архитекторов и так далее. Плюс в саду мы поставили паблик-арт объекты от художницы из Екатеринбурга, такие рыбы выныривающие из газона, зеркальные, там фанерные такие козы. Ну, короче, можно прийти просто, даже если вы побаиваетесь почему-то, не знаю, заходить в музей,
Можно такие прийти... люди есть? Ну, не знаю, может быть, есть. Можно прийти просто во двор, сейчас пока еще отличная погода, посидеть на лавочке, пофотографироваться, да, с детьми, посидеть на газоне, мы это не запрещаем, и, в общем-то, чувствовать себя... Проникнуться. Комфортно, да. Но для тех, кто не знает, Михаил, расскажите, как вас найти? Может быть, бывает. Ну, это Красноармейская, 15, это самый угол пересечения Красноармейской и Фрунзе. Там такой стоит красивый особняк бело-голубого цвета. У него такие ворота кованые в виде бабочки. И прям заходите. Вот. И не стесняйтесь, друзья, не стесняйтесь. Мы рассказали про фотовыставку «Абрамцевский художественный кружок». Еще у вас есть выставка? Да, у нас сейчас готовится выставка. Она откроется во вторник. Ей, собственно, непосредственно Татьяна занимается. Да. Вам поручили очень интересную выставку. «Джентльмены предпочитают любить, играть, стрелять». Занятное название. О чем оно? Я понимаю, что о мужчинах и женщинах и их страстях. Или как вот вы ее позиционируете? О мужчинах, об их интересах, об их увлечениях, занятиях. Выставка рассказывает о мужском мире конца 19-го, начала 20 века. Угу. Вот. Что мы там увидим? Как бы, какой момент, может быть, какие вехи исторические? Увидим много уникальных предметов из фондов музея Алабина, которые давно не экспонировались, которые были недавно закуплены. Предметы, которые носили не только какую-то функцию бытовую, но также интересны как произведение искусства. Ну, это, например, что? Какие-то фляжки, какие-то оружие? Ну, например, там, как одна из тем, коллекционирование, дорогое оружие 18 века. Безумно красивые, с драгоценными металлами, с инкрустациями. То есть мужчин глаза должны загореться, да? И не только у вас. Да. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Валентина Григорьевна. Здравствуйте, Валентина Григорьевна. Вот я пела в хоре. Так. Я пишу музыку. Так. Пишу свои песни, стихи. Выпустила книгу «Я славлю любовь». Сейчас я выпускаю книгу «Детские сказки» и пишу очень серьезный роман, начиная с войны и кончая сегодняшнего дня, об одной семье. Самарской семье? Самарской, да, самарской семье. Я очень хочу быть полезна, но никто меня всерьез не воспринимает. Хотя я показывала свое творчество одному человеку, который работает на телевидении, кстати. И он сказал, что я пишу профессиональную музыку и профессиональные песни. Я немножко их исполняла, но сейчас никто не хочет со мной заниматься хоры. Ой, а давайте мы вот как договоримся. Вы оставляете свои координаты нашему администратору, который принимал телефонный звонок. Мы с вами свяжемся, пригласим на эфир. И будем тут с вами рассказывать, пить чай и показывать что-нибудь интересное. Спасибо большое. Вот как отклик в неравнодушных сердцах. Мы продолжаем говорить про музей модерна и всех приглашать на выставку мужских страстей. Можно же такое назвать? Выставка конечно, мужских... да. Михаил, ну вы вот одним глазом-то, наверное, уже подглядели. Чего бы вот себе, например, взяли сейчас из этой выставки домой? Там есть, например, такой совершенно сумасшедший набор. Так, такая, вот уже, вот он, комментарий. Да, мужчины. Такая коробочка очень красивая, деревянная, которая... Шкатулочка, шкатулочка, да, которая открывается там практически во все стороны. И там все возможные, как мне показалось, варианты игр настольных, ну, как бы азартных игр. То есть там что-то и похожее как бы на рулетку, и какие-то и кости, и шахматы там есть, карты, несколько наборов. Деньги, два ствола. Да, то есть это буквально такой как... Ну, как походный, бы, наверное? Походный, да, но чтобы можно было в любой момент быстренько как бы... Пришли к вам джентльмены на чай, и получается, вот, пожалуйста, джентльмены, во что мы сегодня играем? Так, еще что можно? Ну, конечно, оружие потрясающее. Инкрустированное, то есть, там, да. И пистолеты, бриллиантами и ружья. Или камнями? Там разные, там и слоновая кость, и серебро, то есть, ну, в общем, такие действительно вещи. Очень интересные предметы для мужские такие аксессуары, там, чтобы ухаживать за усами, например. Здорово. Но у нас еще, кстати, есть к эфиру подготовленные фотографии удивительного проекта школы эстетического развития Settlement. Мы сейчас видим. Расскажите, пожалуйста, когда у вас состоится ближайшее занятие и что вообще такое?
Это второй год у нас уже идет эта программа. Начало в этом году у нас 8 октября. Это занятие для детей от где-то, ну, 5, может быть, там 4-5 лет. Для маленьких. Да, до младшего школьного возраста. А сама программа навеяна как бы трудами Александра Зеленко. Это архитектор, который спроектировал наш дом. Но помимо этого он известен как педагог-новатор начала 20 века. И Settlement — это был такой проект у него в Москве, когда они делали курсы для детей, где с детьми работали известные деятели искусства. То есть там тот же Бенуа. И причем... Повезло тем детям. Да, и причем как бы он как архитектор, он этот вот... Они построили специальное здание, и он включил как бы образовательный момент в саму архитектуру. То есть там была комната запахов, комната теней. То есть для детей? Для детей, да. Они сами формировали себе группы, сами составляли расписание. То есть вообще на самом деле... И у него выпущено несколько книг об этом проекте. И вот на тех идеях, которые он там подает, то, что дети с детства должны уметь отличать прекрасное от ужасного, что дети должны... Вкус, наверное, все какой-то воспитывать. Воспитывать вкус, обучаться в прекрасных интерьерах, взаимодействовать с подлинными вещами эпохи и так далее. И вот мы на базе этого создали вот такой образовательный проект. Занятия идут 2 раза в неделю, в четверг и воскресенье. Они делятся на такие блоки по темам. Вот в этом году до Нового года будет 3 блока. Направление, движение и сюжет. И каждая из этих тем раскрывается на занятиях по изобразительному искусству, по музыке и по театру. Мы не учим напрямую детей там рисовать или играть на каком-то музыкальном инструменте. Мы даем им вот этот вот кругозор, как бы понимание, что как работает, что как одно искусство отличается от другого. И плюс там есть еще такой интересный, важный для нас момент. Мы как бы стараемся и детям, и их родителям привить такую привычку как бы ходить в разные культурные места. То есть мы не по окончании каждого блока у нас происходит встреча не у нас в музее, а, например, там в кукольном театре, где мы за кулисами смотрим, как работают куклы, как их изготавливают. Или, например, в художественном музее, где нам специально проводят экскурсию. То есть это такой выход воскресный вместе с родителями в какое-то вот еще учреждение культурное и интересное. Полезное с приятным и нужным. Ну вот, друзья мои, сегодня попытались в рамках одной программы рассказать вам, чем бы заняться в ближайшие как минимум недели-две, чем занять своих детей, ну и, может быть, друзей, которые приезжают к вам сюда, в Самару, в гости. Спасибо большое вам, ребят, творческих успехов. Спасибо. Ну а вы, друзья, дома не сидите, хороших выходных, хорошей погоды, хорошего настроения. До встречи.